Всем привет! Сегодня мы с отцом снова занимаемся разведкой. Уехали опять в Тму-Таракань, километров где-то за 160 от дома. Потом долго шли по полю, смотрели на местные пейзажи и пришли на такие, ну, я бы не сказал, что очень интересные, но на разрезы. Сейчас будем сверлить лунки. Может быть, даже буду закармливать какие-то из них. Будем пробовать ловить на безмотылку, на блесну. В общем, занимаемся сегодня разведкой. Привет, друзья! Сын мне подарил на день рождения вот такой ледобур. Сейчас начнем его испытывать, что он покажет. Еще ни разу не был в бою. Тут специально уголки спилены для того, чтобы полегче лед шел. Посмотрим сейчас, как он будет работать. Все, хорошо идет, пока более-менее лед сухой, отлично даже можно сказать, легко и свободно. Посмотрим, что будет дальше на сыром льду. Сейчас посмотрим камерой, плавает тут вообще кто-нибудь, нет. О, окунь, окушок, вот и бежал. Ну, в общем, посмотрел я камерой рыбку, увидел только одного окунька, поэтому сейчас просто начну уже лунки проверять. Две удочки у меня. Сейчас пойду. Ага. Первый рыб пойман. Ну, окушка пока посадил в ведро. И сейчас я решил несколько луночек чуть-чуть подкормить мормышем. Вот, буквально по щепотке. Так вот, пускай. Если рыбка подойдет, значит подойдет. Нет? Значит, не так уж и жалко. Вот так ушок клюнул еще один. Ох, вот-то, сорожка попала. Ой-ка, вот Леха,
сейчас в эту луночку тоже щепотку мормыша кину. Вот так. Решил я сразу же еще вторую удочку расчехлить. Тут, правда, леска потолще, но не страшно. Мормышка тут у меня побольше размерчиком. Будем проверять. Эх, по губам. Вот он. Вот это окунёк. Это же бета-кушок. Попал. Пойдёт. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ух ты! Ты кто? Вот это сорога. Во! Какая хорошая. Сорожка как-то попала. Ой-ка. Таких рыбок, ребят, я думаю, одно удовольствие ловить. Вон она такая. Вон. Сорожка. Ушки какие толстенькие. Красота. Красота. Убежала. Ничего себе, вот эта рыбина была. Наверное, был окунь у меня там. Хороший окунь.
Оп. Воткнул сразу. Он тут был. Вот она, на ядреный глаз соблазнилась. Похоже, что у рыбы обеденный перерыв. Сейчас пойдем прогуляемся до отца, спросим, что он поймал. Ничего, пап? Ничего, одна поклевка и один окунь. И все? Да. Ну там ведро плавает. Ну такой ничего, окунь хороший. Ну и только. Достаточно скромный лов. Попал один окунь вот такой. Вроде как сейчас хотим еще до другого места пешком прогуляться, посмотрим, что там будет. Если там никто не ловит ничего, ну значит будем собираться домой. Вот, а сейчас пока улов покажем вам, ну и наверное будем его отпускать. Что нам? Конечно, отпускать. Ну в общем вот такой вот улов. Нормальные сорожки, нормальные вроде как окуньки. Все, давайте, ребята, бегите. Газуй. Укушай отсюда. Тебя как зовут? Вася. Как верблюда. В общем, ребят, особо показывать было больше нечего. Как вы можете заметить, лицо красное. Потому что прошли мы откуда-то оттуда, очень далеко. Пришлось тащить корыто, уже видите, снега нету. Пришлось тащить корыто, все грязное. Хорошо, вот тут вот есть снежок. Вот папа уже чистит ботинки. Вот. В общем, было бы все совсем уныло, если бы не небольшой подарок одного из моих зрителей. Мы с ним списались через социальную сеть ВКонтакте, и он как бы сообщил вот про это место. Ну, надо сказать, что здесь словилась хорошая рыбка, но мы, как всегда, к раздаче не поспели. Но иду я, значит, назад, и Николай мне говорит о том, что оставил мне мормышки под водительским дворником автомобиля. Прихожу, смотрю, точно мормышки есть. Николай, спасибо большое. Домой приеду, все посмотрю. Наконец-то мы выбрались из зоны химической атаки. С маленькими потерями. Вова чуть-чуть только удочку не потерял. Ну, а корыто, наверное, там дно протерто, поэтому придется новые покупать. Я потерял наколенник один. А, наколенник потерял, ну вот видишь. Что теперь поделаешь? Я только в поле об этом увидел. Назад я уже не пошел.